Исправление проводника душ. Новый режим боя. Большой замес. Но, к сожалению, сейчас он выведен. Итак, начнем по порядку. Разработчики пишут, что этот режим отличается от 7-7 большим количеством игроков. И появится неизвестно когда. Следите за новостями. Но многие уже успели опробовать этот режим, и сейчас я вам покажу пару своих боев в этом самом режиме. Короче, пушка-бомба, погнали. Первое, когда заходишь в этот режим, видишь огромнейшее количество игроков, друзья. Это просто невероятно. Механика боя обычная. Тут ничего нового, просто большое количество игроков. И здесь лучше играть аккуратнее, потому что если ты вылезешь и получишь сразу от всех. Ничего эпичного, просто бои, где много врагов. Много кто об этом мечтал. Еще б тимкил добавили, вообще пушка-бомба, ай-яй-яй. Я сам успел всего сыграть 3 боя в таком режиме. Надеюсь, его уже завтра введут. Но это, друзья, не точная информация, это лишь только мое мечтание, так сказать. В чате же все просят вернуть этот режим, на что никто не реагирует, к сожалению. Друзья, ну а вы подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Галиматья. Всем нахуй успеха.